Ты жесткий. Ну тогда я по-быстрому срезал. Ой, не зря, потому что два энергетика. Ой, нифига ты, слушай, ты знаешь прошаренные места, как срезать. Ну это вот я здесь один раз тусил, я помню, я думаю, я офигел, так еще думаю, здесь такое место. И тоже зона была не очень далеко, вот как сейчас примерно. Ну блин, кто сюда прыгнет? Ну вот прыгнул кто-то все-таки, да, видишь, за нами. О, прицел из красной точки. Да, да, я тебе хотел его взять, но места нету. Поэтому... А, ну ладно, у меня на втором оружии, значит, ну я тебе скинусь. Тебе надо сейчас? Нет, нет, не надо. Я чуть не помню. А по-моему, я тут не лутал. Ну, СКС есть, и патроны на калаш. Не, не надо. Ладно, я не беру. Не беру. И тут нету есть прицела. Томми-ган. Нет, это не ко мне. Ну что, пойдем потихонечку. Да. Блин, да, бустеров никаких вообще нет. А, два энергетика есть. Три. И 10 бинтов. Отстой. Мне хотелось еще там севернее еще деревушку, но мы до туда вообще не добежим, конечно. А, ну нет, там плохая, там не такая, как. Ну в плане спрыгивать, да, я спрыгиваю по-прежнему по старой тактике во всякие вот такие вот места. Я пробую, я тебе говорю, в школу вот эту, ну это, конечно. Это бесполезно, это Шрауд говорит, конечно, надо, типа, как лучше стрелять, надо, типа, все время в такие места спрыгивать. Ну, блин, не всем дано. Ты можешь спрыгнуть, блин, 100 раз, потом просто игру удалишься в один момент. Потому что надоело, что тебя убивает все время. Ну да. Что все прям могут такие навыки развить. Дальше так же тренироваться будут. Хотя у них там по разным категориям, он в КС, он вообще, то есть он не только... Ну да. Хрен знает. Так что, наверное, да. Я думаю, что этот парень тут засел. Ну да, ну теоретически он мог засесть тут. Это в тубизике тут где-то сидит. В тубизике засел, да. Байтит на аптечку. Сейчас мы дерзко в него вломимся. Глушителем. Блин, глушительный клаш, офигеть, первый раз. Флэш Хайдер. Что, есть что интересное? М-ка есть на втором этаже. Ну, короче, одиночный, который там. Рюкзак. Интересно. И М-ка еще одна такая же. Понятно. А, ну, у меня тоже такая, кстати, поэтому. Я... Так, ну что у нас там? В регионе.